В городском центре досуга состоялось знаменательное событие для нашего города. Юбилейный концерт Галины Реневой начался с выступления коллектива «Каприз» и ее учеников ансамбля «Ренессанс». Ребята исполнили песни и сказали много теплых слов в адрес своей руководительницы. А зрители, в свою очередь, поблагодарили бурными аплодисментами. Во второй части концерта на сцену вышла сама виновница торжества и исполнила хиты, посвященные родным, друзьям, связанные с различными периодами жизни. Благодарные зрители дарили Галине цветы, улыбки и нескончаемые аплодисменты. Это был вечер откровений, глаза в глаза, душа в душу. Очень много поздравлений сыпалось в адрес певицы. Поздравить Галину Реневу вышла на сцену председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Головачева. Галина Викторовна, нет, не с юбилеем. С 18-летием, потому что такая молодая, такая красивая, такая энергичная. Поздравляем мы вас и желаем еще долго-долго нас радовать своими песнями, со своими друзьями. Своими впечатлениями поделились зрители. Я восхищаюсь Галиной Викторовной как человеком, как артистом, могу сказать, потому что для нашего города она знаменита. Галина Викторовна стала частью каждой семьи города Десногорска. Это наша звезда. Мы ее все любим. Мы ее знаем очень давно, более 20 лет. Город украшают, как известно, не дома, не магазины, тем более, не улицы даже, а люди. Вот хочу сказать, Галина Викторовна, украшение нашего города. Галина Ренева подарила очередной праздник своим поклонникам. Давайте жить! Давайте!